мы уже хорошо поднялись на альпийские луга. И вот тут догнали стадо коров. Очень красивые коровки. Очень красивые коровки. Года восхождения на гору 12. Постарались спокойствие. Вот такие вот виды. Вся группа растянулась на подъеме. Кто-то еще внизу, возле застрявшей машины, кто-то вот сейчас вверх идет. Тут какая-то выездная ферма, домики. Интересно, как на армянском будет. А корова будет ков. Практически как на английском. Одно из, ну, не очень многих слов, которые, как бы, да, видна связь армянского с индоевропейским. Вот, прям напрямую. Корова ков. Да, корова. Класс. Вот так проходит мой второй визит в Армению. Пройду немножко вперед. Мы посмотрим, что здесь есть. Какая-то ферма, что-то в этом роде. Это выездная, как, типа как летняя усадьба, и не усадьба, а летний какой-то загон. Сюда приезжают на внедорожниках. Коровы разговаривают с гостями. Да, коровы? Коровы разговаривают с гостями. И лошадки. Марин здесь. Лошадки и коровы. А вон еще лошадки. Нет, не лошадки, это корова.